Это ксенос. Цвет кожи такой. Цвет кожи. Пульс на сонной. Пульс на сонной есть. На луче? На луче нити видны и очень-очень-очень частые. Ставим катетер. Где болит? Где болит? Так больно? Да, везде больно. Глаза открой на меня, посмотрим, зрачки одинаковые? Одинаковые, очень широкие. Очень широкие. А, так больно? Где смотришь? Да, грудная клетка болит. Спина, все болит. Там где попробовал, что там и болит. Если бы футболку не режем, поднимаем просто. Как это успокоилось? Городская бригада. Дыхание проводится? Приматывайте хотя бы пластырем. Дыхание проводится. Не проводится. Шея. Разбута, сон, вены. Вены запавшие. Вены запавшие. Хорошо. Так больно, так больно. Стабильно, стабильно. Так больно. Так больно. Скрусь, скрусь, скрусь. Ясно, фиксирую. Не-не-не, сюда ставим катетер, там фиксируем на шину. Угу. Так больно? Нет. Так больно? Нет. Здесь? Нет. Здесь? Нет. Так? Нет. Так? Все стабильно, все стабильно. Живот нормальный, все нормально. Живот не болит. Нет. Хорошо. Так? Все нормально. Здесь не болит. Ноги чувствуем? Чувствую, да. Так, что с катетером, парни? Выпал. Циркулярно приматывайте, он не будет выпадать. Циркулярно, поняли? Нет, пластырь, это городская пластырь. А, все понял. Ну хорошо, окей. Мы же не можем что-то использовать. Я понял, понял. Эта команда осталась 2 минуты. Принято. Обзбол. Аллергии на лекарства нет? Нет, вроде не было. Есть еще пластырь? Все, пластырь есть, но только его мало. Это городская. Ну, приклеили. Куда скидываем иглы? Можно не просто на иглу использовать, у нас есть. Да вы подставили в доступ. Морфия. Хорошо. Инфузия идет. Ну, вводите в землю. Так, берем на щит. Привяжите просто ему систему к руке узлом. Систему к руке узлом. Привяжите. Воротник номер 4. Привет, очень аккуратно, чтобы не травмировали просто. Голова, голова, рука. Руку на... Ага. К системе. Ой, Олег, извини. Раз-два. Кладем. Пол. Что происходит? Как видите? Задыхается. Маска. Задыхать, ребят. Дыхание не проводится. Проводится, проводится. Хрипы. Ты видишь футболка вот так вот с левой стороны. Подними футболку. Ты смотришь грудную клетку, да? Что здесь? Вот такое вот. Что это? Синяк. Большой-большой синяк с кровоподтеком. Тут тоже гравитация? Нет, тут ты смотришь на грудную клетку и видишь вот это. Смотри. Точка Б. Точка Б. Закончили. Патологическое движение. Да, что-то больно. Так, кислород. Душа. Больно, душа.
8 литров не надо. Сколько литров? 8 литров не надо. Что с толпом? Было фиксировано. Что с дыханием на кислороде? Такое же. Частая поверхность. Кожные покровы не меняются. Не поворачивай. Директор, готовы? Плюс. Две минуты до конца. После того, как вы затянули грудной отдел, на грудном отделе дыхание стало поверхностным и более частым, и он начал более тотально синеть. Подвинь головной конец. Подмай головной конец. Давай на лестницу ходи. Что бы давление? Ослабили, друзья. Тонометр уже. А что по давлению? Давление 90. 70. Здесь как пульс? Локтя. Частый. Такой слабенький, но... очень слабенький. Значит, проводим инфузию, дофамин. Супер, работает. Сколько дофамина? Дофамина пятерка на 250. Капля. Набрал. В каплях. Для начала 5 капель в минуту. Возьмем инфузию. Транспортируем. Вы пытаетесь, вы смотрите, куда нести, и видите, что машину заблокировали сзади. Таксист подъехал, стал тупо. Для задней двери стоит. Нету никого. Через боковые двери. Получается. Что хрень?